Всем привет! Сегодня купила я такую красоту, но никак не могла пройти мимо. Обошлась она мне 500 рублей. С розами я никогда не имела дела, потому что занимаюсь орхидеями и очень боюсь паутинного клеща, потому что не раз слышала, что и видела даже, как паутинный клещ сидит на розочках. Она с запахом пахнет розой. Кустик очень-очень хороший. Но пока не смотрела ничьё видео, не знаю, как ухаживать. Оставлю я ее у мамы, потому что к орхидейкам не повезу. Кустик хороший, 4 получается. 4 стволика. Один с сыном пока донесли, обломали. Ну, ничего страшного, у нее много растущих. Здесь, здесь, здесь. Очень она мне понравилась, просто оторваться не могу, смотрю и смотрю. Но пока как ухаживать, девчонки, мальчишки, подскажите, кто занимается розами, у кого они дома хорошо растут. Что-то вот я, знаете, за что переживаю, почему-то у нее листочки вот такие вот скрученные, но я как бы перевернула, везде все обследовала. Клеща нет, нет никаких. Ну, пока она чистая. Вот нет никаких точек, ничего нет. Не покусана. Скажите, мне ее пересаживать или перевалкой, но только весной, естественно. Вот она как бы вот так посажена. Горшочек не маленький. Мне кажется, что ее не так давно пересадили, потому что ее субстрат, он прям воздушный. Как мне ее поливать, как содержать ее, нужно сушить или что с ней? Я сейчас обязательно почитаю всю информацию про нее, но очень хотелось бы услышать с вашего личного опыта, как за такой красотой ухаживать. Просто я влюбилась. Жду ваши советы с нетерпением. Всем пока, до скорых встреч.